Здравствуйте, меня зовут Никита, я эксперт по недвижимости в городе Алания, и я рад приветствовать вас на YouTube-канале международной компании REST Property. Подписывайтесь на наш канал, мы ежедневно выкладываем интересные видео объектов недвижимости. Сегодня вместе с Нурланом Насипом, лучшим певцом из Киргизии, мы приехали посмотреть новый инвестиционный проект жилого комплекса, который расположится в самом популярном районе Алании, в его центре. Алло, достор, без меня Бирголмуздар. Сегодня сіздерге Аланияда 3-чі күн жүрөбүз. Бүгүн да сіздер үчүн кызыктуу программаларды дайындагабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Вот мы и приехали. Именно на этом месте, на месте этих домов, и будет реализован новый проект. Многие люди считают, что центр города – это лучшее место для жизни. И они, конечно же, правы. Ведь именно здесь сосредоточены основные городские достопримечательности, государственные учреждения, места притяжения туристов. Но самое главное – жизнь города сосредоточена в его центре. Уникальность расположения комплекса заключается в близости к одному из лучших пляжей города – Кейкубад, а также абсолютно ко всем историческим достопримечательностям. При этом абсолютно вся необходимая городская инфраструктура находится в шаговой доступности. Это сетевые магазины, пекарни, овощные и мясные лавки и, конечно же, рестораны и кафе на любой вкус. Комплекс будет реализован в неоклассическом стиле, ведь тренды приходят и уходят, а классика актуальна во все времена. Отличительной особенностью проекта является площадь земельного участка – 3264 квадратных метра, что имеет очень высокую ценность для центра города. На территории расположатся два жилых блока, а также вся необходимая инфраструктура отельного плана. Открытые и крытые бассейны, фитнес, сауна, паровая комната, детская комната и площадка, а также открытая парковка. Внутренняя отделка квартир будет следовать последним дизайнерским тенденциям. На продажу представлены апартаменты разного типа. От квартир планировки 1+1 до пентхаусов 3+1 с панорамным видом на Средиземное море и Аланийскую крепость. Начало строительства комплекса запланировано на сентябрь 2021 года и продлится 18 месяцев до марта 2023 года. Данный проект – это максимально выгодная инвестиция, так как сейчас есть возможность приобрести квартиру по стартовым ценам и к концу строительства заработать от 20 до 25% от старта цен. Также это уникальный комплекс и для сдачи в аренду, как на короткий срок, так и на долгий срок, потому что в нем сочетаются все параметры, которые так любят арендаторы. Это центр города, это близость к песчаным пляжам, а также широкая инфраструктура комплекса. Никита, спасибо. Мне очень понравилось, что здесь рядом пляж. Спасибо, друзья. Завтра увидимся. Вот, друзья, и подошел к концу наш обзор. А если вы хотите узнать подробности, переходите по ссылке в описании. Номер объекта на сайте REST Property 10322. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь. И ждем вас в солнечной Алании.